Александр Михайлович Рязанов буквально откапывает маленькие елочки из-под земли. Еще год назад директор музея-заповедника вместе с добровольцами сам высаживал их вдоль Пушкинской тропы. В одну ночь деревья вместе с исторической дорогой были перекопаны. Обидно, конечно, то, что не сработал человеческий фактор, не сработало то, что все-таки люди ухаживали за этой тропой, сажали и деревца, ставили лавочки. И, в общем-то, проехав трактором, вы знаете, как по сердцу ножом, проехали, в общем-то, по нашей, как бы, и, наверное, даже истории. Как оказалось, так совхоз просто окапывал свою территорию, по которой и проходит исторический маршрут. На его восстановление вышли общественники, представители администрации, работники музея и МБУ, теплосетей и волонтеры. Сохранить Пушкинскую тропу – значит сохранить историю края. Когда-то по ней из Захарова-Вязёмы ездил юный поэт. Это мы все установили по картам старинным, которые сохранились, карты 18 века, 19 века. А то Звенигородское шоссе, по которому сейчас едут машины, его тогда не было. Вот ехали вот по этой дороге. Ну, потом дорога в другом месте была проложена. Здесь просто поле обычное. И вот мы решили восстановить такую историческую несправедливость, потому что от Вязёмы до Захарова практически невозможно дойти пешком. Здесь же находится так называемая Красная Горка, место большой энергетической силы, где испокон веков проводились свадьбы, народные гуляния, за которыми и наблюдал маленький Саша. Начало положено. На субботнике разровняли дорожное полотно, очистили территорию от мусора, выкосили сорняки. По краю тропы выкопали канаву для определения ее границ и стока воды. И работы по восстановлению будут продолжаться. Затем у нас будут еще работать много субботников, много добровольных волонтеров. Нам очень хорошо помогает Погранинститут. Вот ребята приходят, с удовольствием работают. Вот, поэтому мы все-таки эту тропу обустроим. И она... Да, мы не оступимся, она будет действовать, люди будут ходить. Благодаря слаженной работе совсем скоро это место будет еще красивее, и насладиться красотами нашего края смогут все желающие. Полина Бахова, Фарид Хариддинов, телекомпания «Одинцова».